столице прошла церемония закрытия 10-й юбилейной республиканской акции «Природа и мы». Наградили победителей и лауреатов экологических конкурсов. Акция проходит в республике с 2006 года, и за это время участие приняли более 2,5 миллиона человек. В этом году участвовало более 118 тысяч человек, проведено более 1300 субботников. Люди выходят с удовольствием и облагораживают свой двор, свою территорию, свои поселки, свои города.